Главные события праздника развернулись на площади возле администрации района. Там выступали лучшие самодеятельные коллективы. Здесь же объявили имена особо отличившихся адлерцев, чьи фотографии помещены на доске почета. В сквере Бестужева открыли цветочную композицию «Фрегат Надежда». Участники праздника возложили цветы к могиле 11 нижних чинов, погибших во время русско-турецкой войны. Это место расположено на территории Свято-Троицкой церкви. Рядом открыли аллею с обновленными стелами, рассказывающими о ветеранах войны, героях Советского Союза. Еще одно знаковое место появилось в Адлере на улице Карла Маркса. Это скульптура «Дружба народов». Адлер – многонациональный район, где в мире проживают представители более 100 национальностей.